Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров встретился с президентом группы компаний специальной системы и технологии Михаилом Струпинским, один из заводов которой находится на территории муниципалитета. Виктор Азаров побывал на втором строящемся административно-производственном комплексе. 30 лет устойчивого развития в городе Мытищи. Я думаю, это о многом говорит. Мы по всем вопросам мы находили понимание, разумную помощь. Вот, поэтому, в общем, мы чувствуем себя здесь комфортно. Строительный объем составил более 19 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию объекта позволит создать и модернизировать 565 рабочих мест со средней заработной платой не менее 65 тысяч рублей. Для муниципалитета это не то, что выгодно, это необходимо. И то, что сегодня Михаил Леонидович создает новые площади, это дополнительное поступление в наш бюджет, это наше с вами благосостояние общее, это и благоустройство нашего города, вот, и большие социальные проекты мы сможем реализовать. Второй административно-производственный комплекс готов на 90%. Он включает шестиэтажный корпус для офисного персонала и трехэтажный корпус для производства кабельной продукции и складирования. Первый этаж – это полностью склады, а второй, третий – производство. Это склады и действующего производства или подмога? Нет, прежде всего нового. Ну, действующего производства, во-первых, есть уже складская. Это у нас единый пандус, но складская система разная. Тем более, первое производство производит коммерческую продукцию для строительного рынка и так далее. А здесь это чисто промышленная продукция. Прежде всего, системы безопасности для нефтегазового комплекса. Группа компаний специальной системы и технологии входит в тройку мировых лидеров по производству систем обогрева на основе электрических нагревательных кабелей. Общая численность персонала Мытищинского завода – более 1600 человек. Порядка 70% из них – жители муниципалитета. Здесь выпускают как промышленную продукцию, так и коммерческую. Например, в этом цехе изготавливают комплектующие для электрических теплых полов. Наша продукция продается во всех городах Российской Федерации, во всех странах ближнего зарубежья и экспортируется в 47 стран мира. За время нашей работы из экзотического и дорогого продукта для элиты теплые полы стали, обычным товаром. К слову, год назад группа компаний специальной системы технологии уступила это направление французской группе «Атлантик». Сама же сосредоточилась на поиске решений для нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. Мы находимся на производстве шкафов управления нашего предприятия. Это сборочное производство, производство полного цикла. Мы выполняем проектирование систем, закупку, сборку этих шкафов управления. Вот. Программирование, технологический контроль и, собственно, отгрузку шкафов, упаковку. Значительное количество шкафов управления поставляется на объекты нефтегазовой отрасли. От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева глава городского округа Мытищи Виктор Азаров вручил президенту группы компаний специальной системы и технологии Михаилу Струпинскому благодарственное письмо. Надежда Звягинцева, Константин Бондаренко, Константин Химичев, Первый Мытищинский.